Я отправила на Авито платное объявление о сдаче в аренду квартиры. Мне позвонила вот эта Виктория и говорит: мы два инженера из Питера, приедем сюда к вам в командировку строить, ну, вот эти, я так понимаю, дороги. Нас как бы все устраивает, мы вам сейчас на карту перечислим по условиям, то есть предоплату и залог, и вы как бы снимаете и будете держать. Я говорю: ну, давайте попробуем. Тут же через 5 минут перезвонит ваш сотрудник, представляется начальник уголовного розыска. Пожалуйста, подъедьте. Уважаемые граждане, будьте бдительны. На территории города Калининграда действуют мошенники, которые под любым предлогом пытаются завладеть вашими денежными средствами. При таких попытках всегда обращайтесь в органы внутренних дел. Мы по каждому данному факту будем разбираться и принимать решения.